навигатор. Воу! Блять. Мы уебали сейчас в прямом эфире? Да, мы уебали Жека в прямом эфире. Европротокол. Мы не стали вызывать ДПСников. Быстренько сфотографировали и уехали нахрен. Не надо стоять, пробку создавать. Я разыграю свою тачку. Свою любимую Toyota Corolla в клевере, ёб. Поэтому, раз мы автоблогеры, ёб, нам должна эта услуга быть бесплатной. Пойдем менять всю эту херню. Давайте. Давайте? Ну, почему нет? Что значит, почему нет? Это прикол. Нашу тачку уже ремонтируют, уже все колеса там сняли, которые нужны. И сейчас Илья подходит и говорит, что подъехал там начальник. Бесплатно? Это некачественно. Ни в коем случае. Короче, еду за своей машинкой в автосервис. Сколько прошло дней, Андрюх? Я уже потерялся. Четверг, пятница. Три дня. Да, это третий день. Вот на третий день я еду за своей тачкой. На такси. Ничего себе, могу себе такое позволить, конечно, потому что мне платят пятнашку. За пару минут, да. Поэтому я теперь такой чоба гоняю на такси. Могу себе такое позволить. Короче, реклама – это ответственная фигня. Вы меня смотрите, вы мне как-то доверяете, поэтому мне хочется вам говорить вот, ну, по существу, вот, все как есть. Сейчас будет моя вторая в жизни реклама, которую я делаю на этом чудесном канале. Один чувак по имени Михаил пишет мне: «Женек, давай-ка тебе пятнашечку закину, ты меня прорекламируешь». Я говорю: «Что там у тебя?» Он мне пишет: «У меня канал в Ютубе о ставках, называется «Ставлю». Ну, короче, я говорю: «Ну, раз ты хочешь вписаться в этот будняк, то, ну, как бы, давай». Он мне денежку закинул. В общем, Мишаня — это парень, у которого свой YouTube-канал, у него там около 1000 подписчиков, даже больше, и он прогнозирует ставки на футбол. При этом в своих выпусках он разыгрывает еще деньги. По пятихатке он разыгрывает каждый выпуск. Мы посмотрели с Андрюхой одно видео и поняли, что да, не промахнулся. Также у него там есть какая-то движуха с экстрасенсами, и вот он сам в это не верил, но оказывается, экстрасенс тоже угадывает эти ставки. Вот. Ну и вот. Но я говорю: «Мишаня, давай-ка ты скажешь ближайшую какую-нибудь и посмотрим, сработает она или нет». А почему нет? Ну смотри, значит, какая ставка. Матч пройдет в эту субботу. Англия, Премьер-лига. Матч будет в 14:30 по московскому времени. Это команда Лестер против команды Ливерпуль. Здесь ставка будет на желтые карточки, то, что в матче будет больше 2,5 желтых карточек. Это значит, если будет 3 желтых карточки или больше, то наша ставка прошла. Коэффициент на это событие 1,50, то есть 1000 ставишь, 1,5 выигрываешь. Давайте проверим всю эту историю. Зайдите к Мишане, ну и сами там решите, в кайф вам тусить у него на канале и смотреть то, что он делает. Прогнозы на ставки. Поэтому, Мишаня, вот такую рекламку я тебе забубенил для твоего канала. Вот так вот, ребята, вот так вот. Все по чесноку. Едем за машиной и сейчас узнаем у мужиков, почему был такой квест, почему три дня они там химичили, воротили все вот это вот лабудение. С нами же что только не произошло, мы успели разбить машину моей жены вчера. Навигатор. Воу! Блять. Мы уебали сейчас в прямом эфире? Да, мы уебали Жека в прямом эфире. Она причем виновата, короче, едет, перестраивается, непонятно куда, смотрите, опачки. Здрасте, ну куда же вы так перестраиваетесь-то? А потому что там, ну, вы должны перед тем, как совершать маневр, удостовериться, что никто вам не мешает. Ну, видите, как получилось. Вот негодяй он, смотрите, что творит ДТП. Говорят, интересно, говорят, постанова. Жека тут включил фотограф. Стал блогером, появилось ДТП сразу же. Давайте сейчас пойдем. Ваши ощущения, Женя спрашивает. Мои ощущения очень спокойные, потому что это мелочи. Это мелочи. Главное, что все живы и здоровы. По-моему, она хочет уехать. Куда она мчит? Я не понимаю. Для того, чтобы дозвониться в Ренессанс, нам понадобилось сколько времени? Минут 15.
Ренессанс, I love you. Ренессанс, ты где, Ренессанс? Здравствуйте, меня зовут Евгений, я попал в ДТП. Сейчас я пользуюсь такой вот прекрасной услугой, как Европротокол. Мы не стали вызывать ДПСников. Мы профи, покажи. Лайфхак для всех засранцев, которые врезаются друг в друга и стоят часами, ждут ДПС, при этом создавая глобальную пробку. Так делать не надо, если вы вдвоем, если один из вас говорит, что да, я не прав. Нехер, сука, стоять на дороге, нервы трепать людям, которые часами в пробке из-за вас стоят. Европротокол. Очень часто я вижу, что просто у них там понты друг друга чуть-чуть вась-вась притерли. Нехер стоять. Если кто-то осознал, что он не прав, и у вас там небольшой квест до 100 косарей, взяли Европротокол, быстренько сфотографировали и уехали нахрен. Не надо стоять, пробку создавать. Это нормальная хрень. Все, 40 минут. Мы в автосервис, в нашу автолавочку не поедем, потому что они уже закрылись. И а тачку они еще ремонтируют, и тачку мы будем забирать только завтра. Вот такой квест. Как я понимаю, причина в том, что как вот ее на заводе собрали, так и не дотрагивались просто. Никогда не дотрагивались до данных болтов и сайлентблоков, ручки никогда не трогались. Разрезали каждую часть, сначала с одной, со второй стороны, отсоединяли рычаг, разрезали внутреннюю втулку и разрезали болты. Угу. То есть выжигали сайлентблок полностью, вытащили сайлентблок, осталась у нас внутренняя втулка вместе со сквозным болтом. Дальше выбили его по очереди, угу, и выбивали опять. Ты с этой машиной не занимался, это Toyota? Было дело? Пришлось. Респект тебе и уважу. Квестада квестуча, да? Ну да, посложнее кубика Рубика. Посложнее кубика Рубика, да, от души тебе. Тоже ковырялся в этой епошке? Да, три дня мы. Три дня и три ночи. Ребята, просто от души вам, душевно в душу. Михаил, скажи нам, пожалуйста, вот эта вся вот работа. Вот смотри, сейчас нам что сделали? Поменяли масло, да? Рычаги. Рычаги передние. Да. И стойки стабилизатора. И стойки стабилизатора. Да, и наконечники. Сколько вот это стоит работа? 1500 за один рычаг. А левый, правый, это получается 3000 рублей. Угу. Именно масло у нас стоит 600 рублей. Угу. Вместе с масляным фильтром. И наконечники по 900 рублей. 5400. 5400. Когда у вас такие квесты происходят, какая-то еще есть доплата вот за то, что такая сложность оказалась? Все в зависимости от автомобиля. Давай на вот этом примере. Вот тачку. Если на этом примере, в принципе, это уже наша сложность. Угу. Это конкретно наши сложности, мы с ними боремся. Да, время берет свое, это требует очень большого внимания. Но в основном мы не берем доплаты за проделанную работу. Артему тоже большой респект. Артем же генеральный, да? Да, он молодой, генеральный директор. Он молодой парень. Да. Артем, респект тебе. Ну да, вот прикинь, такая вот работенка. В целом работу можно выполнить за 2-1,5 часа, но приедет вот такой вот засранец, как я, и с машины нужно будет ковыряться 3 дня. А лавешечку заплатишь ту же, а народ мучился. И ну вот так вот, так вот тоже бывает. Погнали на наши малышечки. Их, красавица ты моя, малышка, блин. Я люблю эту машину. Вот я отвечаю, конечно, сейчас я стану богатым, знаменитым человеком. Я буду зарабатывать пеньоны благодаря тому, что вы смотрите эти видосы. Этого не избежать, я это знаю. Пускай она не слышит. А может быть, я сохраню ее, и она будет где-нибудь у меня в гараже, такая классненькая. Я ее намою, всю покрашу, она будет лишь стоять у меня, буду так вот прыскать на каждый болтик, чтобы он откручивался потом, когда там мои дети... Подписчиков ты ее разыграешь? Разыграть эту машину, когда у меня будет 1 000 000 подписчиков? Короче говоря, по-любому, когда у меня будет 1 000 000 подписчиков, это будет праздник. Не только у меня, но и у вас. И вот Андрюха предложил разыграть эту машину. Я же люблю ее, то есть получается это мой ценный подарок, это будет прям подарок прямо от души, прикиньте. Ладно, у меня 1 000 000 подписчиков, и я разыграю эту тачку. Серьезно? Серьезно? Серьезно?
Не, на самом деле это будет достойно. То есть это не просто будет какой-то вот железяка, да, вот мне на нее все равно, а это я люблю эту машину. Ну, короче, когда у меня будет лям, ровный лям, я разыграю эту машину, и она достанется кому-то из вас. Это будет скоро. Поехали, Андрюх. Автоблогерский сериал подошел к концу. Подписывайтесь под этот канал, чтобы лям был быстрее. После каждого выпуска на следующий день я делаю прямой эфир. Называется эта движуха «Клевер Ёб». Я задаю вопрос, вы на него отвечаете. Кто первый на него ответил, тот и победитель. Победитель предыдущего выпуска «Клевер Ёб 2» Хабит22. Хабит22 мог передать привет кому-нибудь, пропиарить свой инстаграм, свой бизнес, свой контакт, но он нихера мне не написал. Поэтому, Хабит, ты победитель, твоя ссылка на твой YouTube канал, где нихера нету, будет в описании. И самый важный момент, что в этом клевере, ёб, мы будем потом разыгрывать уже другие разные финтифлюшки. Когда сейчас лавешка посыпется на меня, мы будем разыгрывать бабки. Когда у меня будет 1 000 000 подписчиков, я разыграю свою тачку, свою любимую Toyota Corolla в клевере, ёб.